В этот четверг в российский прокат выходит новый комедийный боевик «Киллеры». В главных ролях Эштон Кутчер и красотка Кэтрин Хейгл. Те, кого не оставили равнодушными похождения мистера и миссис Смит, будут рады еще одной горячей парочке с пистолетами. Я Спенсер. Дженнифер. Иногда Дженни. Нет, лучше Джен. Просто Джен. Может, вечерком чего-нибудь выпьем? Да. Отлично. Обычное курортное знакомство перерастает в любовь. Казалось бы, вот оно, тихое семейное счастье. Но не тут-то было. Что делать, если супруг оказывается бывшим киллером, за голову которого объявлена награда в 5 миллионов долларов? Мочить врагов вместе с ним. Вау, кайфово! Браво! Страсть, опасность, погони и стрельба. Как не сравнить киллеров с мистером и миссис Смит? Правда, в кинохите 2005 года наемными убийцами были оба супруга, а в новом фильме только один. Для Анджелины Джоли и Брэда Питта боевик «Мистер и миссис Смит» стал судьбоносным. На съемках у них завязался роман, после чего Питт ушел от Дженнифер Энистон. Главный герой киллеров Эштон Кутчер тоже женат на актрисе Деми Мур. Но этот союз вряд ли способна разрушить другая женщина. Эштон не уставал говорить о любимой супруге даже на мировой премьере «Киллеров» в Лос-Анджелесе. Если бы наш любимый ресторан уже существовал, когда мы с Деми познакомились, я повел бы ее на первое свидание именно туда.